Мероприятие «Маркс Фест», которое прошло сегодня в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета, посетил ректор Ильшат Гафуров. Он поднял очень важную тему. Самое главное, чтобы люди, еще раз говорю, получали кайф от удовольствия, от того, чем они занимаются, что они делают. Только в этом случае вы, ваше внешнее и внутреннее «я» соединятся, и вы будете успешными по жизни. Деловые костюмы, долгие доклады, сложные тезисы – это точно не про Марксфест. Это конференция с приставкой «анти». В кроссовках, футболках и говорим о злободневных вещах в коротком формате. Не публикую тезисы конференции, как это было всегда, но говорим об очень злободневном. И антиконференция, ну это как бы так, что момент привлечения, это такой маркетинговый интересный ход. Антиконференция проходила в несколько этапов. Первое – это выступление спикеров, которые делились своими размышлениями об экономической теории Маркса и опытом ведения бизнеса. Только на антиконференции тебе скажут люди, которые работают и которые могут тебя научить. То, что говорим здесь, мы, спикеры на сцене, этого не напишут в учебниках. Никогда. Также было проведено пленарное заседание на тему «Уезжать нельзя оставаться», где каждому присутствующему было предложено самому поставить запятую в нужном месте. Мероприятие мотивирует студентов стремиться к новым вершинам и популяризирует великие труды Карла Маркса. Марксфест – по-настоящему молодежное и драйвовое мероприятие. Здесь не нужны ручки и тетради для записей, и можно просто отдохнуть. Юлия Маркушина, Александр Юдин, Универньюз.